Распаковка лицензионного диска Windows XP Professional. Вот, лицензионный диск. Windows XP Professional. Microsoft. Версия 2002. Вот, на этом диске лицензионные. Так, давай мы сегодня мы распакуем лицензионный Windows XP Professional. Так, устарела версия. Так, читаем. Для распространения только с новыми компьютерами. О, кстати, можно установить. Так, вот эта книга для изготовления ПК, и можем обратиться. Так, давай мы открываем. Так, вот видите, написано обзор рабочего стола. Так, вот данный обзор лицензионного диска Windows XP Professional. Вот это рабочий столик, этот, вот, читаем. Настраиваемое меню пуск, доступ к интернету и электронной почте. Недавно использовалась программа. Так, вот содержание, это книга. Вот эта книга, введение на этом диске. Это статья, установка. Вот вы можете установить Windows XP Professional. Так, давай почитаем. Так, установить Microsoft Windows XP Professional проще, чем на любую предыдущую операционную систему. Чтобы запустить процесс установки, выполните следующее действие. Вот, подготовка сведения о сети, просмотр файла readme, не обязательно, это не надо. Это не нужно. Вопросы и ответы о программе установки. Тоже, это книги. Настройка Windows XP, вход на компьютеру, вход систему включенной записи администратор. Так, создание учетной записи пользователя тоже. Так, вход со своей учетной записи пользователя, подключение к сетям, подключение к домену, настройка одноранговой сети тоже. Настройка прочих подключения. Ответы. Вопросы и ответы по настройке Windows XP. А вот. Вот, это рекомендовано установить Windows XP. Архивация и восстановление данных тоже. Консоль восстановления. Устранение непокладок Windows XP. Так, почитаем. Устранение серьезных ошибок. Так, это книга. И специальные возможности, указатель, дополнительные сведения. Так, это книга лицензионного. Тоже, вот, панель управления, вот, совет, обзор панели управления. Так, вот, диск Windows XP Professional. Очень обязательный. Вот, вы можете установить Windows XP Professional. А давайте мы сейчас посмотрим диск. Так, давай мы посмотрим диск. Так. Windows XP Professional. Так, значки. Версия 2002. Так.
Незаконное копирование данного диска запрещено. Конечно, но не надо это. Это очень хорошая, красивая версия. Видишь, диск очень чистый, не царапанный. Ну что, все. Увидимся в следующем видео. Я научусь пользоваться с лицензионным диском. А я в следующий раз я заработаю деньги. Я хочу купить лицензионный диск. Я тебе распакую. Я распакую в следующий раз. Я в следующий раз, только в июле, я куплю лицензионный диск Windows XP Professional. Раз он, это уже снятый стикер. Мы не сможем этот установить Windows XP. Все, на этом в следующий раз мы будем, я куплю я договорюсь с бабушкой, я куплю лицензионный диск Windows XP Surface Pack 2. Увидимся в следующем видео. До свидания.